Мать четверых детей Исаха Нурланда вновь мечтала открыть собственную мастерскую. Не так давно она прошла курсы Бастау Бизнес и получила грант. Все средства Исаха направила на приобретение швейной машины и другого необходимого оборудования. Таким образом, мечта женщины о собственном бизнесе воплотилась в жизнь. Свое дело я начала с того, что прошла курсы в палате предпринимателей Атамикен, получила сертификат, приобрела швейную машину и начала принимать заказы. При поддержке государства в период карантина Исаха начала шить медицинские тканевые маски. Средствами индивидуальной защиты швея сначала обеспечила свою семью, затем выставила товары на продажу. В период пандемии много заказов на многоразовые маски. Конечно, сейчас нужно соблюдать санитарные нормы, поэтому людям выгодно брать тканевые. Также бизнесвумен активно занимается и возрождением национального искусства. Шьет изделия в этническом стиле. Любовь к шитью Исаха Нурлан привила и своим дочерям. «Мне очень нравится то, чем занимается моя мама. Когда вырасту, хочу быть как она, открыть швейный бизнес. И я уже сама сшила свою первую маску». Помимо успешного бизнеса, участница программы «Бизнес Бастау» преуспевает и в домашних делах, помогая детям с уроками. Предпринимательница планирует улучшать свои навыки и расширить ассортимент.